здорово, народ. Ну что, сегодня у нас отдых. Вчера мы конкретно покидали земельки. Оттуда-туды. Видите, площадочка ровненькая. Ну, относительно, плюс-минус. В общем, сегодня буду делать кухню. В прямом смысле из хлама. Ролики так будут называться. Кухня из хлама. Вот у нас старые ЛДСП. Они с болтами. Сейчас мы будем все это очищать. То есть... находила их, получается, ну то есть у мусорных площадок есть там, значит, профлисты, вот там часто шкаф целиком относят. Так у нас был типа как бы карантин, масочный режим. Че, есть, не очень стесняюсь, одел маску, все, взял шуруповер, подходил, разбирал, накопил немало. То есть там полный этаж, плюс подписчик Александр немножко подвез мне вот на днях. Если смотришь, спасибо. Мы все это попилим. Они все разные абсолютно. То есть в прямом смысле будет склама. Здесь толстые, тонкие. Вообще хер пойми. Также есть еще из бабушкиных шкафов. Ну то есть конкретно вообще будет кишмиш. Потому что я постараюсь из кишмиша даже сделать конфетку. Будет все это сделано потихоньку, поэтапно. Все это будет показывать подробно. Но смотрите, сейчас самое главное, все, что вы видите, будет на основном канале. Поэтому не удивляйтесь. Работать на два фронта не очень удобно. То есть вот я показываю всю работу, а там еще показываю, с чем столкнулся, как решал. Единственное отличие, здесь вы можете вовремя мне что-то подсказать. А там уже поздняк, там работа готова. Так, ну что, для начала я очищу все это, а потом будем пилить, мы уже проговорим. Очищаем. Итак, у нас куча хлама. Этот хлам почистили. Такие дырочки остались. Так, ну, есть лайфхак. Короче, мы будем только вот эту сторону собирать. Чистенькую. Да, гладненькая будет. Ну, то есть, где будет стягиваться. Тут тоже будет невидимая часть. Так, ну что, нам нужны вот таких вот 60 на 72. 18 штук. То есть из одной такой двухметровой получается одна полка, один шкаф. Таких нужно 9, у нас только их 2. Поэтому еще 3 штуки я сделаю из старого шкафа, которому 2 года, но вроде тоже ЛДСП-шка, но трехметровая как раз пойдет. Толщина такая же. Единственное, внизу и вверху есть отметины от ножек, но мы их потом спрячем. Главное, что они вроде чистенькие, ровненькие. Короче, все готово. Будем пилить.
Короче, тут детский кружок. Даже так назвать мягко. Ну, короче, мы сделали 72-шку. Теперь накрутил, здесь ровно 60. И чтобы между двух ящиков... Так, сейчас я... Момент, схемка. То есть, наверное, ни хера не видно. Классика. Сейчас. Так. Вот так, думаю, видно. Чтобы между шкафчиков, которые шириной 60, запихнуть полку вниз, то нужно где-то 58. Поэтому я придумал как. Вот если есть 60 у нас, вот это 60. Вот так вот сейчас две этих нахерачить. Вот и все. Получается, мы отнимаем. Когда это отпилится, потом уже внутри шкафа эта деталь станет вот так. А тут 60. Я считаю, что 60. Поэтому напилить надо 6 штук. И ровно 60 мне нужно на все нижние части. А их у меня... Секока. Раз, два, три, четыре. Всего лишь 4? Ой, чувствую, будет тут бардак у меня. Ладно, 4 части у нас по 60. И одна по 40. Ладно, опять пилим. Что делать? Ну и чё, присмотрю по схеме, нихуя не понятно. Понял, что нужно сделать шкафчики. Уже хорошо. Так, которые стоят, боковые стенки, их я выполнил, это нижняя часть. Опять же, они... правильная высота. Вот так вот. Но неправильные в толщину. Они должны быть 55. Знаешь, нам эти гребаные кусочки 5 сантиметров нужно опять резать. Должны быть они 55. Это первое. Так, второе. Внизу должна быть крышка. Крышку мы нарезали. Хорошо. То есть нижняя часть я тоже сделал. Судя по схеме, нижних частей у меня 4. Правильно, 4 я сделал. Остальные мы просто меньше. Так, тоже готово. И внутренние части, это полки. Сколько специалист ушел с ребенком? Там нужно делать 56 с чем-то. Ну, то есть также отнимаем две этих. Верхнюю часть мы крепим вот на такие. Ну, то есть у нас есть низ, боковушки, и вверху две вот такие. Это тоже мы решили. Их должно быть 1, 2, 3, 6, 6. Все, дальше идут ящики. Ящики, вообще голяка, там отдельная тема. И еще в встроенный шкаф высокий, в нем 1, 2, 3. Блин, кто так рисует, а? Бесконечно, короче, там нужно этих полок. Ширину мы знаем. Если у нас глубина 55, отнимаем сантиметр, да?
И задняя стенка, вопрос не решен. Мы ее будем обшивать реголитом или прям к стене? Я что-то не понимаю. Кто знает, скажите, должно ли там вентилироваться? Я пока почитаю дальше. Ну, короче, напилили мы на 3,5 шкафчика. Это стороны, полки, низы, верха. Кажется, плюс-минус как-то так. Дальше сборку продолжу уже в доме. Но тут не хватает еще размеров на 15. Это выдвижной ящик. На 40. Я думаю, сейчас поищем из хлама кого-нибудь. Ну, думаю, может, вот эти по 40 есть. Ну, то есть все, что меньше 60, не, даже меньше 55, уже не проблема. Таких вон много, можно из одной 3 штуки сделать. А вот 55, 60 и больше размера, вот 72, например, это, да, их вот по пальцам посчитать. Вот их самое сложное сейчас напилил. Ну и будем собирать. Единственное, мне еще нужно две будет большие такие стоячные под потолок сделать. Сейчас пойду подрасчитаю, отпилим. И дальше съемка уже будет внутри помещения. Сегодня попробуем просверлить. Ну, то есть примерить, собрать, хоть как это выглядит. Тут пока еще можно маркером рисовать. Потом это все немножко шлифану. Потом пошпаклюем дырки. В общем, работенки еще много. Так, тут комары прилетели, надо убивать. Так. Следующая съемка будет в доме. Ну, короче, хватило только на две полки. Пол семьи уже нахуй вертели друга. Короче, возникли первые проблемы. Первая была с расхождением. То есть сначала нужно просверлить, потом расширить, а потом заворачивать мебель, иначе она расширяется. То есть сегодня стали мудрее. Потом проблемка стала в полках. То есть на схеме были допущены ошибки, что полки тут не будет. Тут будет встраиваемая посудомойка. А кое-где готовые стеллажи, поэтому часть напилил зря. Поэтому сейчас чертеж дорабатывается. Хоть ножек хватает,
Ножки некоторые выходят насквозь. Тоже нужно покупать. Получается, купил 2,5. А нужна двоечка. У меня их где-то там одна завалялась. Ну, короче, там нужна двоечка. Завтра. А вот она. Такая маленькая. Поэтому куплю их. Она как раз прям вот, видите, прям почти вылазит. Вот ее хватает. Меньше уже, наверное, нету. Так, что-нибудь не знаю, куда эти запихнуть. Пока подумаем. Стягивать пока не буду. Так, с первого себя показали хорошо. Этих, скорее всего, не хватит. Так, и тут это нужно переделывать. Почему? Тут будет варочная панель. Поэтому вот эту часть я поставлю боком сзади. А вот эти вот уменьшу в 2 раза. 5 здесь и 5 тут. Чтобы варочная панель стала хорошо. Тут будет дверца, то тут нормально. Одна часть будет на болт, вторая будет на саморез, после того, как мы уже облагородим. Подстрелищица хватает, ножки минимально опускаются до 6,5 сантиметров, максимально до 3,5, то есть подстрелищицу подгоним. Тут стеллаж, с ним получился вообще пиздец. Нужно было 60-ю сделать во всю стенку. Я ее зачем уменьшил, как вот эти основные, так стрельщица будет побольше. И, короче, под переделку 3 большие 3-метровые, то есть шляпа. В общем, первый день начался не очень. Ну и доработали угол. Мы уже нарисовали схему, как будет выглядеть угол. Поэтому завтра будем... А, нет, завтра у меня мой день, завтра подвал. Послезавтра продолжим кухню. Как раз мозг отдохнет. То есть один день физика, другой день интеллектуальная работа. Ладно, на сегодня все. Спокойной ночи.